что, друзья, всем привет! Сегодня мы вышли на тихую охоту на луг, в наше предгорье, в нашу Альпику. И мы вышли с ножницами. Как вы думаете, для чего? А мы вышли сегодня собирать лекарственные травы и грибы, которые растут именно здесь, на лугах в нашем предгорье. Погода, невыносимая жара, солнцепек, в тени 30, на солнце 50, наверное, очень жарко. Сейчас время обеда, мы выбрались, как всегда, в такое время. Попробуем что-то найти. В низинках стоит еще очень много воды после дождей. Воды в этом году невероятно много. И так парит невыносимо прям. Но это же самая оптимальная температура и погодные условия для грибов. Поэтому, я думаю, им очень комфортно. Очень. Будем искать сегодня. И это перед нами, ребята, луговые опята. Луговые опята. Это название народное. Так они называются. Не гни и учник. И растут они именно так. В траве, на полях, на лугах, на пастбищах. Этот гриб часто можно встретить в черте города. И встречается он в основном именно в такую погоду, когда жарко после дождя. После отваривания гриб теряет 50% от общего объема, но он того стоит. Ароматный, вкусный, съедобный. Для пирогов, начинок, в супы. Сушить можно его, кстати. Очень хороший вариант. Трава очень высокая, но среди этой высокой травы можно разглядеть вот такие вот волшебные грибы. Посмотрите только сюда, какой он огромный. И это шампиньон. Классный, да? Смотрите, какие у него размерчики по сравнению с моей рукой. Давайте попробуем его достать. О, он, мне кажется, аж треснул. Хрустящий, настоящий. Класс! Вот это размерчик. Обалденный. Представляете, какой королевский, прям просто не раскрытый. Запах от него пошел, сок пошел на срубе. Обалдеть. И тут же рядом еще опята попадаются. Представляете, трава какая высокая. Больше, чем с локоть. Размером после дождя подтянулась. И в этой травке столько грибочков. Класс. Ну и клещи не дремлют, конечно. Ох, увесистый достаточно. Супер. Тут же, видите, под корзинкой, прям рядышком. И опята. Главное хорошо смотреть. Быстро убегать не нужно. Ножка, кстати, нам от опят не нужна. Она жесткая, она непригодна в пищу. Поэтому мы ее не берем, обрезаем сразу. Вот поэтому сегодня мы отправились именно с ножницами. Такую охоту
нож ни к чему. На дороге попадаются маленькие дождевики. Вот в этой стадии зефир, да, самый съедобный. Ну, гриб на любителя, конечно. Очень лечебный, как я раньше рассказывала вам в видео своих. Оставим их тут. Чисто случайно. Смотрим по над дорожкой. Шампики в лесу попадаются. Тенечки. Вот это размерчики. Класс. Вот это был шамп-гигант. А это, ребят, невероятный шамп. Давайте попробуем его достать. Какой он тяжелый. Ого. Вот это да. Представляете? Смотрите. Он больше, чем моя голова. Видали когда-нибудь такое? Вот мои руки, да? И вот гриб. Это класс. Я таких грибов еще никогда не встречала. А этот вообще такой красивый, да прям даже не раскрылся. Давайте просто его тогда срежем. О, сочный-сочный. Молоденький, красивый такой. Совсем еще не раскрылся. Обалдеть. Еще немножко луговых опяток. Кучки попадаются небольшие, но опята хорошие. То есть, если на солнышке очень много уже отошедшего опенка, высохшего, то в тенечке можно найти еще кондицию. И вот так вот по 5 штук, по 10 сочных можно найти. Природа в этом районе, конечно, восхитительная. Сейчас все цветет абсолютно, все лужки. В этих диких орхидеях ятрышник пурпурный перед нами. Земляника цветет, боярышник цветет, птицы поют, солнце светит, клещи атакуют просто невероятно. Штук по 20 можно снять с себя. Буйство природы, буйство красок. С грибами пока только так. Луговые опята и шампиньоны.